В регионе продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение». В ходе выполнения госпрограммы в дневном стационаре 3-й городской поликлиники завершился долгожданный ремонт. При поддержке попечительского совета удалось добиться нужного медучреждению обновления. В коридорах поликлиники демонтировали старую деревянную обшивку, покрасили стены, закупили новую мебель, а кабинеты оснастили новым оборудованием. И пациенты здесь как раз профиль получают. Те, кто перенесли инфаркт, те, кто перенесли инсульты, у кого есть гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Вот. И они получают здесь полноценное такое хорошее лечение. В работу включился не только попечительский совет. Придать новый вид медицинским кабинетам помогли студенты местного училища культуры. Художники оживили интерьер яркими пейзажами с видами города. Светло, чисто стало. Вот, лежишь, не просто лежишь, а как-то смотришь на эту красоту, как-то глаз радует. Сейчас на очереди ремонт кабинета офтальмолога. Руководство поликлиники обещает, что необходимое обновление появится там до конца месяца.